нашли Саратов, и экран, и Победа. Все стоят. Значит, пользовались. Правильно вы говорите. Устроили там распродажу носков, ботинок. И там вообще это... ничего нет. Он вообще... Нет, разве мы можно? Мы очень часто ходили, и учебные фильмы смотрели, да. И просто фильмы, продленки ходили, летние площадки туда постоянно мы ходили. Снесли. Давайте тогда мы с вами встретимся и посмотрим кинотеатр. В отношении стадиона, который в частных руках и заброшен. Алмаз, да, алмаз. Вот хочу сказать совершенно официально. Во-первых, надо разбираться, почему объект социальной сферы оказался в частных руках. Приватизировать объект соцсферы нельзя. Но если человек оказался собственником, он должен тогда его содержать в надлежащем виде. Причем он должен быть открыт и для жителей. Для занятия спортом. И в этой связи не дорабатывают контрольно-надзорные органы. Потому что они должны разобраться, почему у нас в частных руках оказался стадион и сегодня разрушается. Почему у нас оказались в частных руках кинотеатры, сегодня не работающие по своему назначению. Это все должно было быть предусмотрено изначально. Потому что даже тот, кто забирал себе объекты соцсферы, он брал однозначно на себя эти обязательства.